Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афро Манго Мукбанго. Ну что ж, очередной мукбанг с шавермой домашней. Сытная шаверма. Слушай, на тарелке прямо еще снизу может свалиться все. Да? Да. Тогда я поменяю сейчас руку. Я тебе говорю, что это там лаваш у меня тут. Сосулька валялась. Это же дома? Угу. Это же до сосулька, я ее видел. Что ты там ешь? Сосульку грызешь? Не. Какой-то встретил. Угу. Угу. Что вкусная шаверма. Угу. Сытная, мощная. Угу. Но. Thank you.
вкусно? Я тебе потом что-то скажу. Это новости. Угу. Сейчас. Что говорить надо? Вкуснятина. Очень вкусно. No. Помню, помню. Он сериал снимался на самом. Thank you.
как цари жили. Да. Да? Угу. Надо сравнить нашу комнату с императорскими вот этими покоями. Угу. Да, ну, еще неизвестно. О, температура ноль. Угу. Угу. Тоже рвется, ломается. Тоже сломался. А теперь посмотрите, что это я отснял в пятницу утром. Посмотрите. Что здесь будет? Спешим на работу. Быстрее, быстрее, скорее, скорее. Так. Красота неописуема, просто неописуема. Так красиво. Ну, я вчера об этом говорил. Красота. Класс. Еще морозец такой, легкий морозец. Ну, сами посмотрите, везде легкий морозец. Красота, красота среди бегущих. Первых нет, отстающих. Как красиво. О, ну правда же, красиво. Ехать надо, ехать. Thank you.
академическом. Что здесь вот любят? Извиняюсь. Желудка. Звук. Значит, этот лаваш с сыром, ламбер, потом этот кабанчик, потом вырезка, майонез, кетчуп. Запомнил? А тут то, что ешь, запомнил? Да. Тарелку на тарелку положи. А завтра сколько? Завтра понедельник. Угу. Снег минус один. Угу. А еще чай надо? Еще не выпил? Нет, еще не выпил. Ты видел, тетрис придумали. Уже распространился по всему миру. Ну, это новость. Mm-hmm. Я не знаю, сколько он будет стоить. Может, для детей, может, для взрослых. Реально, во-первых, такой тетрис. Для какого возраста не предназначен. Mm-hmm. Надо будет... Квадратики, цветные квадратики складываются со цветными квадратиками в линию. Угу. Знаешь, что такое тетрис, да? Угу. По-моему, его давно уже придумали. Нет, это какой-то новый. Ага.
просто по-старому называется, но новое это самое. Угу. Новинка. Угу. Шавермочка. Не знаю я. У вас что? Да. Вот там судьба сложилась. Где? Ну вот этот, который был на фотографии. Ты всегда почитал. Надо прочитать, что там интересно же. Про предателей. Прискакали соседи, которых сразу слышно. Очень вкусно. Сочная шаверма, опять же, получилась. Ну, сочная, потому что соус. Сочная, сочная, но не сухая. Thank you.
Птички тоже едят. По солнышку надо есть. Вечером солнышко не будет. Ну, не так. Ну. Дальше. 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 Дальше.
все тут уже все. Да, а это кто там справа? Тепленненько? Да, наверное. А, это фильм. Угу. Потепление. Да. Еще весна же давно. Весне дорогу. Да. Ингредиенты шаверм двух я напишу под видео в описании. Тебе еще чай добавить? Да, по кружечке. Половинку. Я подумал, что пистолет это тоже такой, в какой-то степени мясорубка. Поэтому выслал по почте. Ой.
спасибо большое за просмотр. Ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все. Ой. Какой вкусный чай. Свежий, свежий заваренный. Ой, все. До свидания.